Первоуральск посетил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский. В храме апостолов Петра и Павла владыка Кирилл провел праздничную литургию для православных города. На богослужении побывали сотни верующих первоуральцев. В Первоуральск владыка Кирилл прибыл рано утром, на следующий день после Рождества. Поскольку храм апостолов Петра и Павла является вторым по численности в Свердловской епархии, митрополит посетил его сразу же после Екатеринбурга. Несмотря на холод, а в этот день столбик термометров опускался до минус 30, на торжественную литургию пришли около 250 верующих. Перед началом службы митрополит Екатеринбургский и Верхотурский поздравил с праздником каждого прихожанина. Литургия продлилась почти 3 часа. В этот же день в городе прошли благотворительные елки.